В здании районной администрации прошла 29-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Начали ее с поздравления именинников. Награждение почетных жителей района в связи с празднованием 85-летия со дня образования Краснодарского края. Цветы, почетные грамоты и благодарственные письма получили учителя, полицейские, главы поселений, работники сферы культуры и социальной защиты населения. Кроме того, значки и удостоверения вручили вновь избранным депутатам Совета муниципального образования «Северский район» 6-го созыва. Артему Химченко, Александру Лиуцкому, Илье Олещенко и Роману Денисламову. После торжественной части приступили к рассмотрению вопросов повестки сессии. Наибольшие разногласия вызвал тот из них, который казался передачей из муниципальной собственности Северского района движимого имущества в муниципальную собственность города Новороссийск. Городу-герою пообещали безвозмездно передать крематор. Это печь для утилизации трупов животных. Приобреталась она на деньги краевого бюджета еще в 2012 году, но практически не использовалась. В случае необходимости район заключает контракт со сторонними организациями. Ну, понятное дело, что мы не можем предположить, что у нас будет завтра, но сейчас это экономически невыгодно. А потом еще и экологически небезопасно. Я считаю, что гораздо продуктивнее заключать пока договоры с организациями, которые есть на территории Адыгеи и в наших некоторых районах, и вывозить пока трупы животных туда, если будет это острая необходимость. Продать ненужный крематор пытались, но желающих приобрести его за 2 года так и не нашлось. В конечном итоге депутаты единогласно согласились передать печь туда, где она нужнее. Остальные вопросы, рассмотренные в рамках заседания, депутатский корпус также принял единогласно.